Эта медитация называется «Дыхание золотым потоком света». Она направлена на то, чтобы наполнить тело удивительной энергией. Золотой цвет – это универсальная космическая исцеляющая энергия. Существует множество цветов. О них мы поговорим на уроках медитации и в других трансляциях. В данный момент золотой цвет наиболее важен и нужен человеку для наполнения жизненной силой, для исцеления и для восстановления своего здоровья. Закройте глаза, полностью расслабьте тело, мысли, сделайте глубокий вдох и выдох. И с выдохом все напряжение ушло из тела. Почувствуйте, как мысли уходят, растворяются. Ощутите, как волна тепла втекает в макушку и расслабляет все ваше тело. Клеточка за клеточкой расслабляются, все тело расслабляется и напряжение исчезает. Еще раз глубокий вдох и выдох. Почувствуйте, как грудная клетка на выдохе также освобождается, расслабляется. Просканируйте позвоночник своим внутренним взором и запустите приятную волну тепла. Ощутите живот, внутренние органы. И тепло обнимает, обволакивает каждый орган, расслабляя и исцеляя. Ощутите ноги, почувствуйте, как они также наливаются теплом. И представьте, как ваше тело, словно желе, приятно растекается на поверхности. Вам уютно, комфортно находиться в теле. Еще раз глубокий вдох и выдох. Вы погружаетесь в состояние спокойствия. Ощутите, как между бровей начинает проникать волна золотистого цвета. Этот искрящийся свет спиралевидным потоком вливается в вас, наполняя голову чистым светом. Каждая клеточка растворяется, заполняясь этим потоком. Легкость, освобождение, облегчение, исцеление, обновление. Этот свет несет
чудеса из небесных сфер. Почувствуйте, какой силой этот свет обладает, какой он нежный, хрустальный, благородный, музыкальный. Высокочастотная вибрация полностью погружает вас в доверие и баланс. Вы словно на удивительной волне света. Вы ощущаете освобождение и обновление. Этот поток света запускает в вашей голове обновленные программы существования на данной планете. Это программы добра, счастья, мира, тепла. И этот лучистый свет начинает пронизывать все ваше тело. Вы ощущаете, как напряжение с лица спадает, и выражение лица полностью меняется. Мягкая улыбка, расслабленные мышцы. Вы ощущаете новую реальность, новое восприятие. Золотистый свет начинает пронизывать, вливаться в вашу шею и горло. Этот свет окутывает шею, вращается по часовой стрелке, пронизывает плечи. Свет разливается по вашей груди волной любви и исцеления. Золотой свет спускается по рукам до кончиков пальцев, проникает в ваше сердце, и вы испытываете любовь. Что-то вращается внутри вас, светящееся и приятное. Энергия жизни и космических просторов наполняет ваше тело новыми вибрациями. Почувствуйте, как этот свет проникает в ваше солнечное сплетение. Он начинает сиять, рассеивая лучи по всем сторонам. Свет проникает в желудок, обволакивает ваши внутренние органы, пробегает по вашей спине приятной волной легких вибраций. Почувствуйте, как приятно, как гармонично и уютно находиться в этом свете. Это словно золотые энергии, словно золотой дымок переливается и обновляет каждую клеточку вашего тела. Почувствуйте удовольствие от своего дыхания. Вы дышите этим светом, и каждый вдох кажется легким. И чувство наполняет чувство, что дышать — это самое приятное, что можно делать на этой планете. Дыхание — это счастье. Дыхание — это жизнь. Дыхание и есть любовь. И
пусть ваше дыхание станет свободным. Почувствуйте, как растворяются блоки, то, что сдерживает ваше дыхание. Растворяется давление. Расслабляются мышцы. Свет начинает пронизывать все ваше тело и дошел до бедер. Он освобождает от напряжения поясницу. Все зажатости уходят, и свет исцеляет клетка за клеткой всю вашу энергоструктуру тела. Вдох и выдох. Свет проливается по вашим ногам и спускается в землю. Вы чувствуете, как по вам протекает волна золотого цвета. Она кружится, разворачивается. Вы чувствуете радость, счастье, освобождение от негативных программ. Это энергия свободы. Она освобождает вас от напряжений и страхов. Они просто исчезают, смываясь этой энергией любви. Золотой цвет – это цвет источника. Эта энергия заполняет ваше тело, омолаживая его. Вы чувствуете, вы генерите огромную волну счастья. Вы осознаете сейчас, что вы самый счастливый человек на свете. Самое большое счастье – это дышать. Дышать этой энергией любви. Вдыхать источник золотых лучей. Вы человек Земли, которую охраняют световые потоки. Вас благословляют небеса на счастье. Примите с благодарностью каждую искорку, которая пронизывает ваше тело. Вдыхайте с благодарностью. Ощущайте этот момент здесь и сейчас. Ощутите себя как единое целое, не просто биологическая оболочка, не просто скафандр, как единое целое с планетой, с природой, с космосом. Энергия в этом теле пришла, чтобы развиваться, чтобы улыбаться солнцу, встречать рассвет, чтобы с благодарностью проживать день и дарить любовь миру, чтобы улыбаться всем вокруг, распространяя свет и восторг от существования. Глубокий вдох и выдох. Энергия вливается в зону между бровей, рассеивается по вашему телу. Все больше и больше хочется вдыхать этот свет с легкостью и радостью, так, словно вы впервые вдыхаете жизнь.
эта жизнь коснулась вас, вашего сознания, и вы ощущаете слияние, единение со всем сущим, с источником. Вы чувствуете, как дух ликует от счастья, и вы осознаете значимость этого момента. Это восстановление светового потока. Вас приветствует эта энергия, и вы ощущаете любовь ко всему сущему и благодарность. Вы переполнены светом. Он теперь льется из вас водопадом, из конечностей, из глаз, из носа, изо рта. Вы чувствуете себя генератором любви. Вы струитесь свечением золотых полей, становясь все шире и шире. Вы чувствуете, как исцеляется пространство. Вы словно волна, исцеляющая волна. И вам хочется вдыхать эту энергию все больше и глубже, и все больше распространять ее по миру. И вы кружитесь в этом золотистом поле, вдыхая каждый раз с благодарностью, соединившись со своим потоком, ваша реальность становится чудесной. Вы почувствуете, что вы хотите заниматься тем, что вы любите, и быть с тем, кого вы любите. Вы будете четко знать о своей душе и пути вперед. Перед вами открываются двери нового времени. Владыки света открывают перед вами врата и пускают вас в будущее. Вы входите в новое измерение, оставляя все прошлое позади. Боли, страдания растворяются. Вы больше за них не цепляетесь. Напряжение, привязки рассеиваются, как на ветру, словно листья осенние. И переступив порог нового времени, вы словно сад, который долго ждал, простоял всю зиму и теперь начинает цвести. Из ваших рук, позвоночника, струятся золотые энергии. Представьте, что вы энергетическое дерево, яблоня или вишня. Выберите свое любимое дерево. И вы в этих энергиях начинаете создавать красивые листики, цветочки. Вы источник изобилия. Вы генерируете добро, свет, ценные плоды – это ваш опыт, таланты, способности. Опыт, который несет людям добро, пользу, любовь. Дерево успеха – это вы. Энергетическая субстанция – это вы. Вы чувствуете могущество вашей энергии, ощущаете, что мир у ваших ног. Он не поклоняется вам. Он не пресмыкается перед вами.
Он просто ждет, когда вы наполните его любовью. И вы чувствуете, как ваша грудная клетка расширяется, в нее врывается энергия нового времени, перемен, словно морской воздух с океана пронизывает ваше тело, делает его еще более легким, более приятным. И вам хочется дышать и дышать, как никогда раньше. Ваше сердце наполняется любовью. Вращение света создает вихрь. И вы словно воронка вращаетесь и кружитесь между миллионами галактик, как хрустальная звезда. Вы так многомерны, так разнообразны и так чисты, что это вызывает чувство восторга. Вы чувствуете баланс. Сквозь вас проходит чистый поток света. И вы ощущаете этот стержень. Стержень источника. Вы гениальны. Бесценны. Полезны. Вас ценят небеса и галактики. Вас поддерживают системы светлых цивилизаций. Вы кружитесь в любви, словно ребенок света. И в то же время вы многомерная душа с бесконечными крыльями, которые переливаются под лучами звезд, чистых и ярких. И ваши крылья, словно драгоценные лучи, рассеивают в пространство миллиарды энергий, наполняя все чистотой и любовью. Вы ангел невероятной силы, генератор перемен. Вы так могущественны и бесценны, что Вселенная испытывает уважение и благодарность вашему существованию. Почувствуйте эту энергию. Она пульсирует у вас. Вы сами образуете энергетический кристалл, и ваш третий глаз активируется. Ваше тело гармонизируется, пространство вокруг вас гармонизируется. Вы – новое существо. Ваша энергетическая структура похожа на удивительное чудо. У вас есть своя частота, на которой вы вибрируете. Некоторые люди имеют схожие характеристики по вибрации. И при встрече вы можете ощущать состояние единства и желание пообщаться. Такие группы людей найдут друг друга на планете. Запускаются процессы эволюции сознания, эволюции развития всего человечества. Это энергии единства, любви. Объединяясь, такие люди создают счастливые общины, счастливые пары, создают гармонию на этой планете. Пусть энергия таких людей, таких групп раскрывается. Почувствуйте благодарность. Почувствуйте любовь. Вы можете энергетически обнять своих родных, близких. Это приносит всем исцеление.
вы можете обнять весь мир, все, что вас окружает, деревья, животные. Будьте волшебником. Ваша любовь чистая. Вы прекрасны. Вы есть свет. Многие миры находятся в таком же свете. И, находясь на этой вибрации, на этом уровне сейчас, вы можете соединяться с тем опытом и знаниями, которыми обладают эти миры. И пусть это будет на пользу. Почувствуйте свет, он заполняет теперь все, и тело, и клеточки вашего тела, и пространство вокруг, и планету. Все, что вы видите внутри, все, что вы видите снаружи, это чистый свет. Представьте, что вы словно пролетаете миллиарды километров, миллиарды световых лет, и времени не существует. Одновременно вы находитесь в теле, медитируете, и вы можете эти вибрации со Вселенной переносить на Землю. Вы заземляете этот огромный поток чистого света. Это огромное благо, это огромная миссия. Ощутите единство. И неважно, в какое время вы слушаете эту медитацию, многие другие люди, которые ее слушают, вы находитесь в едином пространстве, времени нет. Глубокий вдох и выдох. Почувствуйте, как свет пронизывает всю реальность, окружает также ваш род, близких, детей, папу, маму, бабушку, дедушку, знакомых. И вся эта сетевая структура наполнена любовью, и она движется к новой реальности. Энергия очень скоростная. Вы даже не успеваете воспринять умом. Вы просто ее чувствуете. Словно ваше тело — это просто сосуд, объем, через который проходит огромное количество света. И вы заземляете эту энергию, чувствуете свое тело, чувствуете свою силу, впускаете ее через третий глаз, и пусть кожа вибрирует этим светом. Вы переливаетесь многими оттенками, вы уже не только золотистый. Огромное количество цветов вы можете сейчас наблюдать или переживать. Пусть планета наполняется таким же светом. Пусть активируется творчество, новые реальности, новые энергии. Вы есть свет. Благодарю вас за то, что вы здесь и сейчас. Сделайте глубокий вдох, выдох. Вспоминайте эти образы, эти ощущения, которые сейчас вы испытываете. Запишите их на свою подкорку и в каждый будущий день просто на мгновение, на секунды вспомните эти ощущения. Ваше тело выделит определенные ферменты, биохимию, и таким образом вы оздоравливаете, исцеляете свое тело.
а тем самым и пространство вокруг себя. Дышите светом, энергией. Все материальное – это второстепенное. Первичное – это свет. Внутри про себя произнесите: «Я есмь свет». И повторите еще два раза. Глубокий вдох и выдох. И еще раз вдох и выдох. Постепенно можете возвращаться.